Онлайн-обучение. Почему же это так популярно? Почему же такой рост? Из чего это все началось у меня? Началось у меня это все с цели. У меня была цель переехать в другой город. Ну и, конечно же, мне нужно было освоить еще одну профессию, потому что, работая руководителем в одном городе и переехав в другой город, ну нафиг, кому я такая нужна, руководитель, кто меня знает? Да никто. И я начала искать, рыться, во время работы, естественно, я искала онлайн-курсы, и я нашла. Это был 2016 год, я нахожу курсы, это город Москва, и потом я попадаю в город Пермь, звоню туда и узнаю, что это уже филиал открытый. Думаю, о, люди-то уже далеко шагают, у них уже онлайн-обучение вовсю. Чтобы попасть на онлайн-обучение, я проходила собеседование, да, то есть собеседование было на разных концах телефона. Так, 2016 год. Собеседование. Я хочу пройти у вас онлайн-обучение, получить еще одну профессию. Мне задали очень много вопросов, почему я это хочу, чем это вызвано, рассказали, как это будет проходить обучение. Ну и я решилась и не прогадала, я вам скажу. Итак, самое первое, это было удобно, мне не нужно было никуда ехать, ну и никто меня уже и не отпустил бы. Да, и никто бы мне уже не оплатил мое обучение, потому что уже есть одно высшее образование, а второе образование ты получаешь за свой счет. Ну и мне это нужно было делать быстрым темпом, плюс получать практику, и вот так вот я готовилась к переезду в другой город, чтобы потом выйти на частную практику. Итак, что же такое онлайн-образование? Это... Первое, мы сидим и занимаемся дома. Второе, мы выбираем тот маршрут обучения, который удобен мне. Да, тогда это было очень интересно. Открывался доступ всего там на 10 дней, блок заданий. Мне нужно было его выполнить, сдать на проверку. Был чат поддержки создан уже в то время. Если я проходила... Мне открывался доступ в вебинарную комнату, я просматривала вебинары, была обратная связь с педагогами, если что-то было не так, педагог отправлял на доработку мои задания, указывал, что я сделала неправильно, я снова делала и снова отправляла, был тест, нужно было выполнить тест и набрать определенное количество баллов, если я это не делала, открывалась на следующий день, и я снова проходила это тестирование. Сложно. Мне было очень сложно. Минус какой был? Мне не хватало живого общения. То есть, ну, я же привыкла все-таки, да, что мы в классе, мы общаемся, мы делимся советами, задаем вопросы. Вот этого мне не хватало. Что делала? Я работала управленцем, я вступила в сообщество логопедов, дефектологов, начала участвовать в методообъединениях, посещать их и сразу же параллельно начала частную практику, то есть у меня появились клиенты, с которыми я работала, цена была минимальная, потому что я объясняла, что я учусь. И самое интересное, вот это вот первое видеоуроки надо было даже, да, вот сдать. Мы снимали это видеоурок с ребенком, я отправляла, его проверяли, давали рекомендацию. Это был такой первый опыт онлайн моего обучения. Потом массаж, да, языка, массаж руки. Мы с мужем сидели, снимали это видео, подгружали. То есть для этого мне нужно было купить зонды. Опять же таки, самостоятельно это все изучить и сдать. Что мне нравилось? Мы в это время отправились в путешествие, да, то есть я выбрала себе номер, где был Wi-Fi, то есть обязательное условие было. Все, доступ открывался, мы отдыхали, и было время обеденное, да, например, с 2 часов я садилась и час училась, час работала, отправляла задание. То есть вот тоже был плюс, то есть, ну, Кайфанула. Да, было сложно. И раньше довольно-таки я так критично вообще как бы к онлайн-обучению относилась, но я поняла, что метод
онлайн-обучение, он эффективный, и он альтернативный метод обучения как для взрослых, так и для детей. Но, наверное, он тоже подойдет не ко всем, а только к самодисциплированным и мотивированным людям. Если у тебя есть цель, если ты хочешь этого добиться, да, ты пойдешь и будешь делать, и да, ты будешь учиться. Когда ты не будешь ждать пинка, когда ты не будешь на кого-то надеяться, то есть это самообразование. Итак, чтобы получить полноценное образование или овладеть новыми навыками, уже не обязательно на сегодняшний день лично ходить в университет, даже в детский сад, и даже на курсы, все можно в онлайн. Мы выбираем между дистанционным и очным обучением. Я опубликовала вчера пост, и были комментарии. Да, я тоже ребенок СССР, я тоже это не приемлила для себя, потому что это удобно. Но сейчас мир меняется. Сейчас огромная скорость онлайн-образования. И детки все разные. И некоторым деткам просто сложно быть в коллективе. Им удобнее заниматься на семейном обучении. Им удобно кому-то осваивать самостоятельно именно онлайн. Или, смотрите, есть такой вариант. Сейчас у меня ребенок, с которым мы обучаемся. Они занимаются с логопедом. Но вот не тот эффект. Ну вот не то. Давайте попробуем онлайн. Начинаем заниматься онлайн. Совсем какие-то, с моей стороны, другие методы, да, и формы обучения. Я другие использую. Вообще я просто другая, да. Но это никак не отражается. Рядом я сижу с ребенком или я сижу с ним через экран. Все зависит еще от педагога, от его способности донести до другого человека, да, и до его знаний. Итак, дистанционный мы называем образовательный процесс, который основан на использовании компьютерных технологий. Кому же оно подойдет? В принципе, как я уже сказала, оно подойдет всем. Хотя раньше я тоже, в принципе, сомневалась и была уверена, что да нет, да не всем. Да нет, в принципе, всем, если есть желание. Итак, заглянула я немножечко в историю. И что я увидела, что термин онлайн вообще не был популярен ни в 70-х, ни в 80-х годах. И как понятие самолет, да, это тоже было для нас диковинка. В начале 20 века интернет находился на стадии развития в начале 90-х годов, и по сравнению с сегодняшним днем традиционное представление об онлайн-курсах отличались, конечно же, от сегодняшних. Сегодня вообще молодые люди, даже подростки, у меня очень много сейчас знакомых, которые не ходят в школу, которые обучаются онлайн. Есть у меня подруга, ее ребенок обучается, они живут за границей, и она получает два образования онлайн. Одно получает там, потому что у них дедлайн, да, и им не разрешено ходить на занятия, и она получает советское наше образование тоже онлайн. Я ходила подстригаться, и за разговорами я тоже узнаю, что, ну вот, ребенок у нее такой вот, трудно ему в коллективе, трудно устанавливать контакт. Я говорю, ну и как вы вышли из положения? Вообще, говорит, я кайфую. Да, сначала я сидела с ребенком, да, сначала мне необходим был контроль, но теперь ей так это кайфово, ей так лайтово. Говорю, в смысле? Все, мы пошли на онлайн-обучение, она у меня учится, сдает экзамены, мы переходим в другой класс. Все, вот она альтернатива. Хорошо, что появился выбор у каждого человека. Вот это да. То есть я тоже сейчас согласна. Итак, я получила образование, мне пришел диплом, это был 2016 год, я получила новую профессию, не выходя из дома, не выходя с работы даже практически, да, то есть я училась, я получала знания, и вот этот диплом, он пришел мне по почте. По почте России я получила уведомление и пошла получать. Это было вот просто супер, мне не нужно было даже никуда ехать, не тратить деньги на дорогу, не отпрашиваться, не придумывать там чего-то. То есть я сдала экзамен, мне открылся доступ, когда я все прошла, я сдала экзамен, потом был звонок, меня поздравили, и сказали, что ожидайте, в такое-то время диплом придет.
Затем, когда диплом был готов, мне его отправили на почту, мы сверили все данные заполнения, и мне диплом пришел. Я вообще, я была такая счастливая. Для меня это такой был опыт. Я думаю, вот это да, вот это технологии. Вот это супер. Я теперь могу работать. Я могу теперь получать другой доход. Было кайф, было вообще реально кайфово. Итак, преимущество еще онлайн-обучения. Мы можем сейчас работать на разных площадках, очень много разных площадок. Я могу проводить индивидуальное занятие, я могу проводить групповое. А если я хочу со взрослыми провести, например, просто вебинар, точно так же у меня есть, да, доступ к вебинарной комнате, и там, дорогие мои, весь мир может присоединиться, да, и смотреть, и все это слушать. Это же красота, это же удобно. И в нашей жизни мы всегда учимся, мы всегда получаем с вами какие-то знания, они нам просто необходимы. И у нас порой нет времени. Вот сегодня я давала консультацию, параллельно гладила, параллельно чистила, я убирала, и я продолжала общаться. То есть я, ну, что делала? Я и параллельно работала. Утром я зашла, у меня были вопросы, я обращаюсь к своему куратору, она мне назначает время, и сегодня после обеда мы будем также с ней общаться по вопросам там продвижения нового проекта, да, от которого я тоже, ну, просто обалдела. То есть сейчас существует онлайн-площадка, на которой много-много разных курсов, и эти курсы постоянно обновляются, и они у тебя остаются в твоем доступе навсегда. Ну классно же! Классно, ты можешь один курс купить и потом его продать. Самое-то что здоровское, что ты его можешь перепродать. И другой человек точно так же может пользоваться, обучаться, задавать вопросы и потом его перепродать. То есть ты это перепродаешь, и ты оправдываешь свое обучение. Также мне нравится сейчас, у нас идет, можно сказать, онлайн-обучение, онлайн-эфиры, это секретная группа. Смотрите, очень много сейчас онлайн, то есть не только как я, учитель, учу, но и я сама учусь, получаю новые знания, используя разные онлайн-площадки. Телеграм-канал, да, создала для того, чтобы привлекать клиентов, чтобы у меня были новые клиенты, ну и делиться своим опытом, делиться своим знанием, показывать свою экспертность и быть полезной. Находясь в секретной группе, да, я точно так же обучаюсь, как развивать свою страницу, как использовать рекламу. Здорово, здорово, мы общаемся, делимся, где-то я осторожничаю, где-то я иду. Сегодня общалась уже с блогером даже, да, то есть вот уже какой выход пошел. То есть я то, что знаю, начинаю внедрять, апробировать, это начинает действовать. Классно, просто кайф от обучения онлайн. Дети. Дети тоже, кстати, с интересом идут на эту форму обучения. Пускай это не будет постоянно, что да, это будет твоим, это пусть будет как форма, как метод обучения. Да, вы скажете, гаджеты там плохо влияют. Ну так не сидите за ними там 2 часа, 3 часа. Занятие это 40 минут или 30 минут, и все. Плюс, например, в субботу мы не могли встретиться, мы переносим на воскресенье, то есть мы выбираем для себя удобное время, мы выбираем для себя удобный день. Плюсов очень много. Конечно, есть и минусы, я с вами соглашусь, потому что все-таки онлайн обучение это все-таки самообразование. Ну а извините меня, школа-то чему учит? Школа учит нас учиться и добывать знания. Если мы этому не научимся, и если мы это не будем знать, так, а как дальше-то? Что еще? Работала я в системе образования, потом был такой период, что я из него просто выпала. Да, я работала в другой сфере. Я возвращаюсь в образование, что я вижу? Так там ничего не изменилось. Вообще, знания, умения, навыки были. Я прихожу через 5 лет, что-то я не поняла, а там ОУД. Универсальное учебное действие. Назвали-то по-другому. А делаем-то все то же самое. Те же зуны, те же знания, умения, навыки, которыми должен ребенок овладеть. Темы пиццеветов не поменялись. Так извините меня, мы над преемственностью работали там
в 96-м году и работаем в 2000, до сих пор, да, в 2021 году у нас снова пиццевед в сентябре месяце по преемственности. Ну и зачем это все? Сегодня, да, мы разговаривали, ребенка направляют на ПМПК, подождите, а в том-то году что делали? А где система-то работы? Логопед, психолог, учитель, родитель? Получается, ее нет. Психолог мамочке спокойно так это отъезжает и говорит, мы напрямую не работаем, мы работаем через педагога. Подождите, а где тогда педагог? А как тогда педагог? То есть система-то ломается. В онлайн-обучении чем хорошо? Мы общаемся с родителем, мы выходим проблему, дается сразу же совет, сразу же выстраивается образовательный маршрут, по которому мы движемся. И мы движемся медленно, постепенно и в своем темпе. Мы даже вот я сейчас, да, эту платформу, эту программу купила, я открыла, когда есть время, почитала, изучила, у меня есть вопросы, я их задала в чате, получила ответы. Перехожу на следующий уровень, снова изучаю, снова прохожу, закрываю, если я устала. Так же и дети. Мы с ними изучили, мы не успели, например, да, в воскресенье то, что я запланировала. Мы остановились, и мы никуда не гоним с ребенком. Мы закрыли, задала домашнее задание, то есть родители это отработают. Все. И на следующем занятии мы продолжим с того места, где мы остановились. Это его способность освоить этот материал. Так и здесь. Так и мы с вами, взрослые, на определенных этапах делаем то, что нам по силам. Все, на любом этапе развития. Итак, подводим итог, да, чтобы не быть долго, четко обозначаем. Минусы онлайн-обучения, ну и плюсы. Итак, начну, конечно же, с плюсов. Итак, это уникальная возможность подстроить темп обучения под себя. Можно выявить слабые стороны как ребенка во время обучения, так и самого себя, когда ты учишься онлайн, и работать над этим. Дальше, повторение. Я всегда могу вернуться и повторить и посмотреть, потому что все остается в открытом доступе. Снижается психическая и физическая нагрузка, потому что мы не гоним в том темпе, как это должно было быть. Дальше появляется навык самообразования и объективность своей оценки. Ты смотришь на себя и объективно понимаешь, что я могу, что я делаю, что у меня получается, что у меня не так. Я один на один общаюсь, я нормально воспринимаю критику, я хорошо понимаю свои возможности, что я усвоила, что я поняла. Итак, поехали. Минусы онлайн-обучения. Итак, начнем про родителей, да. Для некоторых родителей сам факт того, что занятия проходят с использованием компьютера, это уже минус. Здесь необходимо просто привыкание к новому формату и понимание, что времена меняются и процессы модернизируются. Начала когда заниматься, говорю, установите Zoom. Да, мы можем в WhatsApp общаться, да, мы можем в Телеграме, но установите Zoom. Пока не сделаете, с вами не общаюсь. Пришлось им несколько времени для того, чтобы они Zoom установили. Спасибо, Олеся. Да, все правильно. Спасибо огромное, я с тобой тоже соглашусь, потому что, ну вот, ну никуда сейчас без онлайн-обучения, ну никуда без этого нам с вами не деться. Да, минус в чем? Родителю нужно на первых порах присутствовать рядом с ребенком, чтобы построить процесс обучения. Ну а как? Для вас это ново, для ребенка это ново, для меня ново, мне нужно объяснить, как пользоваться экраном совместно, давайте это все освоим, а потом вы уже будете. Был у меня такой случай, когда пандемия случилась, мы стали обучаться онлайн, мама сидела, они все делали, и потом, как только разрешили выезжать, она, да все, ну нафиг, я к тебе приеду, и стала возить этого ребенка снова, но что потом выяснилось? Я говорю, слушайте, у нас, когда мы онлайн занимались, у нас такой темп прямо шел, и мы прямо с вами двигались, был результат. Сейчас вы ко мне ездите, месяц ездите, второй ездите, мы с вами. Вот, локоток к локотку, причем мама уже не присутствовала на занятиях, она сидела в машине. Она мне сказала,
Да ладно, Лена, самое главное, я тут отдыхаю, и она занята. Мне такой был подход неинтересен. Наши занятия в скором времени прекратились. Смотрите, когда ребенок занимался онлайн, была мотивация, им было скучно, им нельзя было выходить из дома, они трудились, они обе трудились. Так что не всегда индивидуальные занятия дают качественный результат. Иногда онлайн-обучение бывает гораздо эффективнее как для нас с вами самих, так и для детей. Следующий минус, конечно, назову. Да, отсутствие социализации. Отсутствие, конечно, ребенок должен быть в обществе, потому что общество, оно влияет на нас, на становление нас. Подождите, никто же вам не запрещает идти на улицу, идти общаться, ходить в кино, ходить на игровые площадки, учитесь социализироваться там. Я ходила к ребенку заниматься 4 годика. Ой, интересный, умный ребенок. Они не ходили в садик, потому что в садике больше 25 детей в группе. Они получали обучение со мной. Ходили на групповые занятия, ходили на плавание, и они ходили обязательно гулять. Они общались, ребенок общался. То есть независимо от того, где мы с вами учимся, все зависит от нас самих. Отсутствие взрослого авторитета тоже будет минус и магия учебного процесса. Для эффективного обучения детям нужен человек, которому доверяют, и в которого они не будут делать ошибку, да? Но я вам скажу о том, что авторитет-то он все равно будет. Если мы установили контакт, то ребенок будет доверять, и он не будет бояться. Точно так же, как и мы с вами, взрослые. Когда мы в соцсетях на кого-то подписываемся, да, или идем кому-то обучаться, мы точно так же с вами выбираем этого человека, который нас мотивирует, который нам интересен, который вызывает какие-то эмоции. Может быть, негатив, а может быть и позитив. Все верно, да. И общество мы точно так же с вами находим, да, и на детских площадках, и когда выходим на улицу, и мы просто так же сейчас спокойно можем и познакомиться, и задать вопрос. Итак, значит, только мы с вами самостоятельно удерживаем ситуацию под контролем, но и увеличиваем качество общения с ребенком. Поэтому на сегодняшний день я за онлайн-обучение, и я пришла к выводу, что, извините, но я выросла уже из этих штанишек, чтобы ходить и заниматься, и сидеть на корточках перед ребенком, и мне хочется уже более качественно и на другом уровне строить общение и передавать свои знания. Почему бы и нет? Как форма, как метод, я считаю, что это эффективно, это интересно. Поэтому пробуйте онлайн-обучение, не бойтесь, и у вас все получится. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Если есть вопросы, задавайте. Эфир сохраняю.